Для того, чтобы построить новый съезд 4-го моста, в Красноярске снесут около 600 домов. По данным департамента градостроительства, уже снесли и расселили два частных дома по улице Овражной. Одна семья получила денежную компенсацию, другая – квартиру на улице Корнеева. Именно по этому адресу по заказу городской администрации построили дом, куда переедут все переселенцы в рамках строительства дороги по улице Волочаевской. До конца этого года планируют расселить и снести около 300 строений. Съезд же должны сдать в 2018 году.